Солдаты-конвоеры, казлардинец Нурасыл Мубараков и житель Алматы Жандос Баянбаев, получивший несколько огнестрельных ранений, но не допустивший побега этапированных заключенных на поезде семей Алматы, представлены к правительственной награде. Указом главы государства Жандос Баянбаев награжден орденом Айбын третьей степени, а Нурасыл Мубараков медалью за воинскую отвагу. Но отважного казлардинца накануне чествовали земляки. Аким области Крымбек Ушурбаев вручил ему почетную грамоту и сертификат на 1 000 000 тенге. Сейчас герой намерен получить военное образование. Министерство обороны страны предоставило ему бесплатный грант на обучение в военном институте внутренних войск МВД в городе Петропавловске. Я очень благодарен своим соотечественникам за награду и своим землякам за внимание. Готов служить своему отечеству, отдать все силы и знания во благо Родине. Желаю нашей стране незабываемого мира и согласия. Спасибо за оказанное мне внимание. Солдаты внутренних войск отвечают за общественный порядок и безопасность простых граждан. Ситуации бывают разные, и не все могут им геройски противостоять. Поступок Нурасыла – пример мужества, на который должна равняться нынешняя молодежь.